Здравия желаю. Итак, продолжаем опыт. Значит, докладываю по вчерашнему опыту. В общем, горело с 5 вечера. С 5 вечера до утра. То есть где-то в 6 утра я уходил по делам, выключил. То есть считайте 6 часов. Это ночь. И плюс. И плюс еще 17 до 24. 3. Еще 6. По-моему, сейчас. 24 отнять 17 будет. 3. 7. В общем, 13 часов. 13 часов работала, я в 6 утра выключил. То есть получилось. Сейчас скажу. Ну, сейчас нарисую. Получилось, значит, 13 часов. Примерно там она на 7 ватт. Но напряжение немного просело там. На 1-2 вольта, значит, в среднем 5 ватт была мощность. Вот. 13 часов 5 ватт равняется 50 и 5 на 3, 15. 65 ватт сжег за 13 часов на лампочку. А сколько мы истратили, я же вам вчера говорил. 30 минут заряжал. 30 минут заряжал. 11 ватт в час. А за 30 минут это будет 5,5 ватт. Вот. То есть показало, значит, КПД 65 разделим на 5 и 5 помножим на 1000. Что-то многовато. На 100 помножим. 5 разделим снова на 5 и 5. А то бы загнул сейчас. Помножим на 100. 1181. 1181 показала процент. КПД системы. Так. Но это предварительный, то есть первый опыт. Опыт номер один. Вот он. Дальше. Сейчас новенькую откроем. Это не будем убирать. И сегодня, значит, опять. Сегодня что сделал? Значит, 12 где-то часов. Пришел, когда сделал. Поставил вот этот на зарядку. Вот эту штуку. Через вот эту, через, как я вам говорил, через реле Амрон. Что получилось? Значит, 11 ватт, час я заряжал, 11 ватт я истратил. И вот сейчас горит где-то. Сейчас вам скажу, сколько горит. 2 часа 38 минут. Сейчас горит лампочка. 2 часа 38 минут. То есть она сейчас только
1 час 5, 10 и еще 3. Она только сейчас пока сравнялась здесь вот где-то. То есть пока. Пока здесь где-то по нулям. То есть сколько затратил, уже столько вернул. Ноль. Но будем до утра, наверное, гонять, пока не потухнет. То есть это опыт 2. Сейчас вот 5 часов до 12 ночи. Ну, посмотрим, сколько. И завтра еще сообщу, значит, опыт 2. То есть надо провести 10 опытов, если будет повторение. Вот вчера один, а до этого проводил, но там не совсем точно было, там самое отключалось со старым реле еще. Но вот считай, что это второй. Тот не будем, тот предварительный такой, сумбурный. Вот вчера один, значит, КПД 1181% на первом опыте. На втором пока ноль, но опыт продолжается. То есть все горит вот она. Лампочка горит. Вот. То есть освещение у меня. Надо это выключить, чтобы видели. Это я по привычке. Освещение не яркое от нее. Но все видно. Вот. Довольно видно все. Это я еще верхнюю включил по привычке. Клавиатуру вот видно. Все буквы видно. То есть вполне комфортно.